Сейчас мы проводим приборку палубы нашей лодки проекта GS4700. Вот методом. Вот сейчас мы посмотрим, какие. Первый раз это спуска на воду. Да. Куда берем? Давай, пулем. Давай, погнал. Ну, вот и подключим. И сзади потом снимешь, скажи. Понимаешь? И выливаешь. Вот тут он затекает. Так, сейчас еще бочки будут. Мало, как обычно. Значит, набираем. И вот так. Гуляем. Еще встань, Вот обладатели, еще один плюс к обладателям лодки из полиэтилена высокой плотности. То есть уборка занимает 2 минуты после рыбалки или после выхода в море, там, или в реку, там, неважно где. Так что вот так вот.